В Одессу зашел американский эсминец. Впервые в этом году «Карния» пришвартовался сегодня утром. В июле прошлого года этот корабль принимал участие в международных учениях «Сибриз-2017». В Одессе он пробудет до 11 января. И, как сообщает командование 6-го флота ВМС США, цель этого визита – операции по обеспечению безопасности и укреплению связи с партнерами НАТО.